А вот и мое любимое место, друзья. Березочки. Вот этот вот черничник, который еще не покраснел. И посмотрите вот здесь, что меня встречает. Какая красота. Ой, какой, друзья, смотрите. Осенний белый гриб. Шикарный. И смотрите, еще два. Ой, а какие ноги твердые, кстати, друзья. Гриб хороший. Ой, какие. Вот это грибочки. И третий. Папан зовет что-то. Ва, вон комарики спрятались. А здесь еще грибочек. Хороший. Ой, какие красотули, а, друзья. Согласитесь, вот это уже просто супер находка. Вот эта березочка. И возле нее, смотрите, какой загорелый, беленький, осенний белый гриб. Смотрите. Темная шляпка, белая ножка. О, кстати, тут еще подосиночки вижу. Да, это мы тоже заберем. Вот он, молоденький подосик. В общем, здесь покружился рядом с этими беленькими, друзья. Смотрите, руку подосиновиков собрал еще. Красавчики. Вот так вот положим. Смотрите. О, начало есть. Мы готовы к сказке, друзья? Тогда давайте смотреть вместе. Четыре. Только гляньте на них. Сказка, друзья. Четыре кабанчика. Вы только посмотрите на это. А как вам такой красавец? Семь. Я просто в шоке, когда увидел все это. Я испытал шок. А вот это вообще красавец. Девять. Осенние белые грибы. Собрал корзинку грибы. Смотрите, такие зелененькие, но достаточно чистые грибы. Ножки червивые, а шляпочки хорошие. Есть и такие вот молоденькие. Зимы полнится. Нашел еще грибы, срезаю, смотрите, чистый. А вот еще. И молодые попались, смотрите, беленькие под шляпочкой. А этот, сейчас скажет, тоже беленький. А вот еще. Смотрите, сколько грибов. Один я еще закинул, вот этот чистоганчик. Вот они, темные шляпы. Я не знаю, грибы. Ой, это горит на грибе, что вырос. Получается, как бы. Вон он на боку сидит. Горит на грибе. Опять. В этом году уже который раз встречаю. Оказывается, здесь, друзья, здесь еще и сетчатые белые растут. Смотрите. Или, так сказать, дубовая форма. О, какие. Сразу кучками такими. И они, кстати, чище. Смотрите, я подрезал. Чистоган. И тут еще я находил. Вот. Видите? Чистоган. Ха. Он еще гриб. О, какие классные. О. Грибнички лазят. Корзина. Это мое место, друзья. Грибничка. Где я находил 30 штук. Вот я уже наковырял 5. Смотрите, а тут на кочке еще сидит. 6. Он еще один. 7.
и какие они классные. Друзья, вытащил гриб, смотрите, какой. Его можно вешать, видите, висит. Как зонтик, что ли. Знак вопроса, да, друзья? Как у нас пишется знак вопроса? Так? Знак вопроса. Вопрос-то в чем? Сможем ли мы унести все корзины из этого леса? Битком 5 корзин, а грибы не кончаются. Фантастический сезон в этом году, 2023 год. Ну все, друзья, пора мне уходить. Вот моя корзиняка битком набита. Снизу немножко зелененькими и половина такими молодыми грибами. Смотрите, мухоморы как пошли. Прям вообще они красавцы такие, яркие. Смотрите, молоденькие. Вон они кругом. Все в мухоморах. Красавцы. Ну что, корзиняка, погнали? Пока шел, друзья. Корзина битком. А грибы все еще попадаются. Видите, еще карман грибов собрал. Фантастика, друзья. Помогите. Что делать? И вот такой грибочек уже так вырос. Он уже подсох, уже несъедобный стал, уже сухой. Зацените размер. Спарасис курчавый. Нашел его папан 29 августа, я поехал снимать. Он был еще маленький. И вот сегодня 7 сентября. Вот такой вот размер. Обалдеть. Ну, это просто шедевр, друзья. Просто красивейшие грибы, смотрите. Какие классные шляпочки после дождя. Мокрые ножки, тугие. Давайте. Вот он. Шариковый, смотрите, идеальный гриб. Осенний белый гриб. Еще его братец младший. Вот они. Вот это да. Вот это шарики. Просто красавцы вообще, обалдеть. Просто шикардос какой-то. Попали в лес, новый. Лес расходы, разведаем. И тут такие грибочки, смотрите. Немножко они как бы другие. Синие, беленькие. О, какие. Сказка. Согласитесь, такие шарики собирать очень приятно. Липовый еловый лес. И тут, знаете, какие сидят шарики осенние. Ой. А вон еще гриб, смотрите. Вон какой. Это как будто липовый белый гриб. О, какой хороший. Какой красавчик. Шляпка такая какая-то, немножко сизая. Нога сетчатая. Смотрите, какой красавец. Шедевр. Какую же красоту создает природа. Обалдеть. Наконец-то я дошел до тех мест, где я уже собирал грибы. Посмотрите, пока шел, 4 штучки рубанул, думал все, нет, они продолжаются. Вот они все еще растут, молодые грибочки беленькие. Это еще парочка вот таких, по вообще классно на маринад, очень хорошо идут, красивые грибочки. Какая красота. Мухоморчики красивые, да? Вон они. Как стоят. Сказочно. Просто частокол из подосиновиков. Еще малышок. Ва.
Красота, да? Согласитесь? Красавчики. Прям солдатики вообще. Обалденные. Еще четыре. Во. Вот такой вот частокол. Из красных подосинников. Шикарно просто. Классно. Такой бугорочек и на нем там. Молоденькие такие, беленькие грибочки. Опа, еще. Видите, какой шарик. Рядом еще малыш. А вон там еще грибочек я вижу. Вот он. Прямо на лесной тропинке. Красота, друзья, смотрите, молодые грибы все еще идут. Это просто сказка. Какие грибы стоят. Эль Негро. Шляпки аж черные почти. Немножко сетчатая. Грибочки молодые. Ой, смотрите, какие сказочные. Под шляпочкой белым-бело. Ох, какой гриб. Раз, два. И это не все, друзья. Давайте еще. Опа-на. А нога-то у него тоже такая же. Смотрите, какая. И вот этот. Вообще. Лосик. О. Вот так вот. Ой, какой шарик. Ой, какой шарик попался, друзья. Солнечный. Ох, какой. Шарик, Шарикович. Картина маслом. Фантастик. Какие грибы. О! Обалдеть. А это что за товарищи такие? Еще парочка. Нифига себе. Вот. Раз парочка. Два парочка. А тут я увидел еще грибочек. Хопана. Еще гриб. Это пять. А здесь это шесть. А там кто? Смотрите, как лезет. Прямо из-под этого. Ой, какой! Просто сказка. Вот такая вот класснючая находка. Обалдеть. Смотрите, сколько грибов. Фантастика. О. А мы-то полные уже. Уже пакеты набиваем. А грибы не кончаются. Спасибо, Лен. Что за сказка, друзья? Обалдеть, какая бочка. А посмотрите, какая нога-то. Гриб молодой. Ой, как он легко стоял. Двух шляпой опять. И смотрите, он треснул. Чистый. Твердый чистоган. Вообще обалдеть. Ну-ка. Вот это звук. А это кто? Еще бочка. Здесь, наверное, грибница. Бочкообразно грибов. Вон еще. Обалдеть. Вот это да.
Вот это грибы Япона-мама. И вот, друзья, мы выходим. И вот такой вот у нас грибной ток сегодня. Две корзины и два пакета. Подожди, как? Еще три. Папан никак не успокоится. Лес не отпускает и все. От корзин руки ставят ниже колен. О, смотри. Еще три. Молодые? Какие? О. Я пенсионер, они молодые все. В общем, друзья, крындец. Опять грибов валом. Сначала казалось, что совсем мало, но в итоге, смотрите, и гроздочков набрали. Белые в основном. Подосиночки красивые. Вот такие. Просто шикардос. Подосиновики серые. И грузди осиновые. Есть. Тульская область. Черная рябина. Есть. Попал на поляночку небольшую. Смотрите, какой загорелый грибочек. Пляжный мальчик, так скажет папа. Загорелый. Ой, какой он твердый, друзья. Ой, он вообще идеальный, посмотрите. Это просто идеал. Под шляпочкой. Сама шляпка, смотрите, какая гладкая. Вот сколько грибов на одном месте. При болотничке. Раз. Опа. Два. Ой, нога-то куда идет? Аж вон куда. Это твердый. Три. А здесь. Четыре. Два. Пять. Шесть. Я лежа уже. Вот сколько. Шесть грибов на одном месте. Какая сказка. Сразу два желто-бурых подосиночка. Согласитесь, сказочные грибочки. А вот сейчас только что увидел еще один шарик беленький. Он уже такой. Тем не менее. А вот здесь, посмотрите. А вот этот уже желто-бурый, но другой формы. Шляпа, видите, серая. Вот, смотрите, сравнение. Видите? Вот еще один такой, смотрите. Хоп. Во, два таких. Два серых, два желто-бурых. Прикольно, да? А вот еще серенький подосиновичек. И я где-то здесь видел еще желто-бурый. Вот он. А вот еще желто-бурый. Во. Видите, разный раскрас шляпок. Давайте положим их. Вот сюда желто-бурый, а сюда серый. Во. Красиво, да? Какие красавчики. А вот и гриб-силач. Поднял веточку, когда вырос. Оп. Грибочек такой, да. Мощный. Молодой. Под шляпочкой беленький. Картина масла. Убираем веточку. А там еще три гриба. А как хотел Олег с канала Рогов дом. Только он хотел так поднять веточку, а там 30. Так вот, раз, 30 штук. Но это когда-нибудь найдется. А пока что мы с удовольствием соберем и эти грибочки. 4 штучки, молодые, красивые грибы, смотрите. Обалденные. Ну что ж, давайте попробуем его вытащить. А. В принципе, он вытаскивается откуда-то прям
Ой, какая нога-то у него оказалась. Шикарный гриб. Твердая нога. Молодой. Прям как лебедь. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду. На том пруду, куда тебя я приведу. И вот еще один. Ай, это тоже как лебедь. Красавцы. Вот это грибочки, а. Какая красота, друзья. Попалась. Какие грибочки. Смотрите. Темные шляпочки. Осенние. Как они растут красиво. Малышок. О. Дыхание зачастилось. Сердцебиение тоже. Нужен срочно валидол, карвалол, аспирин и парацетамол. Это что? Белиссимо, спектакколо, как скажут итальянские грибники. Ой, да чего ж красив гриб. Просто бочка, сетчатый, твердый нога вообще. Какой звук, ой. Какая нота, друзья? Нота соль. А там-то, смотрите, кто еще. В корнях еще один красавчик. Вот это да. Вот это грибочки. Я уже лежу на земле. О, кстати, красиво вот так, да? Надо сделать фотку. Вот это находка. Просто красавцы. Одни из лучших в этом году. Я вообще здесь рядом прошелся уже. Ходил по чуть-чуть, находил. Вот сколько наковырял. Корзинка уже. Сейчас добавлю, будет почти полная. Вот таких красавцев. Вот к такой корзине. Да, это то, что надо, друзья. Сегодня удивительные находки, друзья. Вот только посмотрите, какая находочка. И это ведь серые подосиновики. Раз, два, три, четыре, пять. Какие они красивые. Даже не знаю, с какой стороны красивее. Может быть, и так красивее. Рядышком еще два. Вот так вот. Они вместе, походу, делают. О, какие. Прям серые шляпы. Жалко срывать красавцев этих. Фу. Смотрите, какая находочка получилась. Просто прелесть. Серенькие подосики. Грибочек один. Два. Целый лебедь. Три. Пять. Четыре, пять. Фух. Сказка. Картина маслом.
что нам скажет сладкая парочка. Твикс. Молодые грибы, друзья. А с тем я пришел. 6. Вот они. 6 штук. Красавчик. О, друзья, на что похоже? На кофейное зернышко. Сетчатый красавец. Друзья, чернушки пошли. Отличная новость. Уже не единичные, а уже можно пособирать. Смотрите, какие классные. Дополнение к корзинке и к пакету. Сегодня просто счастливый день грибника. И вот такая рука счастья из чернушек. Такой у меня еще не было. Обалдеть. А вот и папанова корзина. Моя и пакет. Папан, ты счастлив? Зонтики взял от дождика. Внутри еще у меня опята летние, кстати. Ух ты. Опята летние, светлые. Супер. Все, друзья, пока. Нашел. Нашел грибочек? Да. Сейчас уберу палку. Сорвешь грибочек? Ну-ка, покажем зрителям, да? Вот. О, какой грибочек. Можно я? Не надо ногой собак. Надо рукой. О, ты ногой сорвал. А ты профессионал, грибасик. Да. Смотри, какой гриб классный. Я просто ел сухарики, и я стал ногой открывать грибы. Ир, что у тебя там, грибась? Гриб. Гриб нашел? Да. Ну-ка, срывай. Он почему-то летает. Летающий. Поймал. Поймал? Покажешь? Да. Он был быстрый. Тихо, камера не надо. А то так не видно. Дай. Он быстрый был. И летающий. Глебка, что там? Будешь по дереву идти? Да. Давай. Аккуратненько. Аккуратненько давай, переходи. Давай, сынок. Аккуратненько. Подлади. Ой, какой грибочек стоит. Ну что, будешь срывать? Не, не. Ты ногой опять. Смотри, у тебя получается. Ногой срывать грибы. Да какие грибы. Смотри, какой классный грибочек, сынок. Красивый? Понюхай. Послушайте звук. Вау, друзья, кто-то здесь сорвал. Вот два, вон еще. Целая дорожка из бледной поганки. Вот здесь какой лес. А вы знаете, не трогай как... только, руками трогать нельзя. А вы знаете, какой звук у ее от палки? Угу. Сейчас она не бей, пускай растет. Вот так вот, друзья, сколько здесь бледной поганки. Много. Вон сколько. Что, сынок, грибочек? Да. Ну, давай ручками сорвешь, не ногой. Опять не ногой получается, да? Аккуратно. Ямочку прикрою. Давай, папа покажет. Глеб почему-то ногами срывает грибы. Ну, аккуратно, видите, целый. Так, сынок, шампиньоны попались? Да. Ну-ка, дай посмотреть. Ух ты, какие шампиньончики. Анисовые. Почему-то их кривыми называют, да, грибась? Понюхай, вкусно пахнет? Да? Отлично, давай, папе. Ой! Шампиньоны попались. Грибочек, будешь срывать, сынок? Давай, аккуратненько срывай его. Ой, так это ж какой гриб? Как называется? Подосиновик. Подосиновик? Осиночка попался. Глебка, ты на чем стоишь?
Шалаш? Будешь кушать ягоду? Я дух леса. Дух леса? Кушает ежевичку. Костя? Какая красивая ежевичка. И уже краснеющие листья ежевики. Вот она. Яркая, солнечная осень. Ладошку собрал. Ежевики. Погода сегодня вообще шепчет. Просто фантастическая. Ай, ягодку кушай. Вкусняшка? Отлично. О, друзья, смотрите, какая находка. Ух ты, рог. Папан, я нашел рог. Я рог нашел. Обалдеть. Вот это находка. Как вам, друзья? Чей это? Косуля? Прикольно. Как этот. Как кинжал. Вот это находочка. Я, по-моему, доволен. Нифига себе.